Здравствуйте, друзья мои, с вами Бамбу. Я завершаю работу с вот этой флейтой. И в, ну, вот в процессе работы я вспомнил, что, ну, как бы периодически приходит... Приходят какие-то слова, чтобы как-то выразить то, что я подразумеваю под зантаку. Часто спрашивают, чем отличается там сикухати от хучику, хучику от кютаку, кютаку, и чем отличается зантаку. И вот сложно ответить, потому что это такая область, область тонких, тонких каких-то вещей. И чем тоньше вот субстанция, тем сложнее, ну, в двух словах или как-то вот, ну, выразить так, чтобы было понятно, если это вообще возможно. Но, по крайней мере, есть такое стремление, да, ну, как бы необходимость, да, потому что люди продолжают спрашивать, и надо что-то ответить. И вот эта флейта, она мне, можно сказать, своим звуком или своим каким-то вот сама собой, она как-то вот в этом... Ну, помогает, помогла уже. Так вот, импульс в данном случае идет от того, что у этой флейты звучание, ее такая внутренняя составляющая, концепция, она очень схожа с идеей кётаку. А какая идея кётаку? Идея такая, что чем меньше ты прикладываешь, то есть флейта делается таким образом в идеале, что когда ты играешь, чем меньше ты прикладываешь усилий, тем фактически она больше должна заводиться и звучать, ну, глубоко, полноценно. Такой парадоксальный момент. Но это в идеале. Не, может быть, не все так флейты звучат, и даже не всех мастеров, естественно. Но вот как бы это такая вот идея. В идеале вот флейта должна быть такой. А вот у этой флейты есть такое свойство. Так вот, а зантаку... Зантаку – это идея того, чтобы в зависимости от того, какой материал... Ну, в данном случае мне, какой материал попадается, в зависимости от этого раскрыть этот материал в сторону либо секухати, либо хучику, либо кётаку. И, как вариант, еще какие-то другие свойства. Ну, то есть, три основных течения я для себя выделяю. То есть, это... секухати. Ну, опять она, как можно сказать, делится на две части. Там джари и джинаши. Немножко свои моменты. Хочику это вот хочику. И кётаку вот то, что я писал. Вот. И, собственно, идея и то, чему я следую. То есть я для себя, собственно, можно сказать, сформулировал, и надеюсь, сформулирую это еще и в тексте, чтобы это написать. Как раз видео записываю, чтобы не забыть и к нему присуще обратиться. Вот, значит, и, то есть идея такая вот, можно сказать, простая, но вот достаточно понятная, да, то есть исходя из того материала, который... попадается, но материал не всегда разный. Он даже, если быть совсем честным, он даже вот при подходе таком, можно сказать, производственном, что ли, таком, вот, когда вот стремятся сделать
максимально одно и то же, больше количества, и как можно вот, чтобы одно было на другое похоже. Даже при этом материалы на уровне какой-то вот промышленности все равно какие-то постоянные нюансы есть, да, там вот, там из стали какой-то льют, вот сейчас сталь, казалось бы, ну что там сталь, да, льют заготовки, но вот пошли поставки там, ну что-то какие-то примеси пошли где-то там уже вот на начальной заготовке, и уже что-то поменялось, то есть даже на промышленных вот таких вот масштабах и то какие-то изменения, да, там как вот корпус еще делают, там из Китая послали, а один какой-то металл, хотя фактически тот же, из какой-то Боливии прислали там другой там, и в общем всегда нюансы даже вот ну таких вот гигантов там уже которые. А в работе мастеровой эти изменения еще больше, потому что возможности меньше, и ну, вот это изменение, оно всегда больше. Вот. И, но при всем при том, что тут, то есть, кто делает сикухати, стандартные японцы, они уже подбирают на первом этапе максимально материал, вот как, какой прям вот он должен быть. Вот. В моем случае, в случае вообще вот большинства людей, какой материал, так сказать, вот есть, исходя из него уже что-то делается. Вот. Ну, есть какие-то стремления, понятно, что да, такой-то добыть, такой-то, ну уж как, тут какие возможности. Соответственно, то есть, если мне попадается, то есть, вот, у меня есть 5 бамбуков. Ну, пусть даже это там будет Мадаки, да, он тоже разный, он тоже не одинаковый. Один бамбук, я с ним пребываю, ощущаю его и делаю уже потом тагучи, как-то начинаю его продувать и чувствую, что ну вот в нем, как семя, это вот из нее, из этого материала кетаку получается, да. И вот вся моя, так сказать, энергия идет туда, что из этой флейты получится, ну, такая вот кетакообразная флейта. А другой материал, допустим, ну, вот он лучше всего из него будет именно секухати. То есть сочность, яркость какая-то звука, да, вот эта вот пронзительность, это секухати. Если кетаку, здесь вот свои свойства. В хочику какая-то рассеянность, какая-то вот такая бархатность, какая-то неопределенность, вот она уже на начальном этапе. Тогда идет все в направлении проявления вот этих свойств. И, соответственно, получается вот такая тема. Я попытаюсь сейчас, не могу так спонтанно в какой-то красивый слоган это, так сказать, определить и для себя, ну вот в том числе, чтобы вот можно было, так сказать, представить это строкой какой-то. Но в целом вот идея такая, что это проявление вот лучших свойств в зависимости от материала. Раскрыть лучшие свойства того материала, который есть. Вот такая вот идея. И, ну, соответственно, опять-таки, при всем при этом некая универсальность, потому что, ну, так или иначе, вот когда, ну, каждый инструмент имеет свои, можно сказать, ограничения, да, опять-таки, кетаку, она, вот, на ней уже там что-то яркое, сложно. Но если в нее, ну, так сказать, в какой-то степени заложить вот эту вот яркость определенную, то есть не делать ее прям уж вот такой вот, как я вот сейчас описал, что вот именно так. Вот. А в секухате тоже не стремиться к абсолютной какой-то вот резкости, там, звука или что. То есть, а все-таки какую-то мягкость оставить, да, вот что-то именно, что и ценится мастерами, как правило, так сказать, вот ну, мастера, которые уже там именитые, у них и богатый вот этот звук был секухать, но при этом и определенная какая-то мягкость всегда чувствуется вот это. Поэтому, ну, и такие флейты ценятся, конечно, безусловно. Вот, поэтому это опять-таки лучшее стремление вот раскрыть свойства материалов, свойства бамбука. Ну, вот так, то есть, мне пришла вот эта
тема и просто сохраняю видео. Может быть, оно вам тоже даст пищу к размышлению, может быть, ну, может быть, чем-то будет полезно, так сказать. А я для себя вот записал так себе в архив.